Привет, друзья! Все мы когда-нибудь домечтали о том, чтобы планета вымерла, на ней остались только зомби, и ты с парочкой своих товарищей, и вы, короче, выживаете, и вообще круто стрелять, выживать, прятаться, искать жратву. Ты не мечтал? Ну, значит, иди играй в доту. Это не для тебя. Алло, блядь, я фанат серии. Когда еще пешком ходил под стол, то играл в Fallout 2, пропускал диалоги, не знал, что качать, что делать, не вдавался в сюжет. А на деле же игра просто фантастическая. Это я понял только немного повзрослев. Нет, ну правда. Короче, с третьей частью New Vegas то же самое было. Вообще без комментариев, это топ. А тут вообще выходит четвертая часть. Bethesda такие, оп, привет. Ты больше ничего не делаешь в этой жизни. Только Fallout. Сон, еда, Fallout. Еда, Fallout, сон, Fallout, сон, еда, сон, Fallout. В общем, друзья, игра Really Must Have. 10 Рикимару из 10 Рикимару. Как говорят нам аналитики, трейлеры, оценки, Денис ЛМ. Кто это такие, я не знаю. Нет, не знаю. Нет, знаю. Это не важно. В общем, ребят, завтра 10 число, релиз. И кроме доты на моем Twitch-канале мы будем проходить Fallout. Окей, Google? Да? 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 Биста! Значит, гоу, проходите ее со мной. Увидимся на Твиче. Зайки, люблю вас. Пока. Увидимся.